Здорово, диванный глобал! Специально для тебя я подготовил топ-5 важнейших смоков на апленте карты Мираж. Если ты выучишь каждый смок, который я тебе покажу, ты изи апнешь звание уже через несколько игр. Но не забудь про читерский конфиг, подсказка справа вверху. Самое главное в пленте А – это закинуть смоки на сити, джангл, коннектор, хелпу и голову. Давай разберем, как кидается каждый из них. Начнем с коннектора. Садимся у урны, находим угол окна, присаживаемся через Ctrl, движемся тихонечко вперед, и когда дело доходит до паласа, мы прыгаем и бросаем смок. И медленно, посмотрите, он ложится ровно в коннектор так, как надо. Никаких просветов нет, так что, дружище, запоминай этот первый смок, пользуйся им. И мы тихонечко переходим к следующему смоку. А следующий полетит у нас в сити. Не спешим, двигаемся к концу плиты, вот в это местечко. Наверху видим палочку, чуть-чуть правее от палочки и с шагом вперед кидаешь смок. Смок четко летит в сити, чуть дальше, чем обычно, и это хорошо, потому что снайпер хрен вас так найдет. Поверь мне, дружище, пользуйся именно таким смоком, он самый крутой. Но этот смок должен знать каждый, это просто стандарт. Мне кажется, даже каждый сильвер знает, как кидается этот смок. Это смок на голову. Просто все, что нужно сделать в лесах, найти вот в такое вот окошечко. И ровно в середину бросаешь смок, никуда двигаться не надо, просто бросаешь. И он красиво ложится на голову. Ну это стандарт, пацаны, что здесь делать? Ну, надо просто было его показать. Это хороший, действительно стоящий смок. Этот полетит у нас в джангл. Встаем, находим вот этот провод, в лесах видишь закорючка раз, закорючка вторая. Двигаешься по этой закорючке до провода и с прыжком просто бросаешь смок. Да, летит долго, но туда, куда нужно. Понял, да? Пользуйся, наслаждайся, этот смок действительно достоин. Никаких щелей нету, я знаю другие места, где щели все-таки есть. Здесь щелей нету. Ну и последний это хелпа. Встаешь, куда я показал. Кстати, именно если ты будешь бросать отсюда, никаких ни справа, ни слева не будет видно просветов. Находишь черную точку, находишь середину башни, перекрестие и просто бросаешь смок. Ты посмотри, он ложится так, как надо. Ни справа, ни слева, как я уже сказал, просветов не видно. Есть другие места, откуда бросается этот смок, и там есть просветы с одной и с другой стороны. Ну, у меня на сегодня, в принципе, все. Если тебе понравилось видео, обязательно ставь лайк, бей в этот долбанный колокол, потому что YouTube не хочет меня продвигать. Ну и спасибо тебе за просмотр. Давай, удачи, пока, а я погнал делать новое видео.